Без связи нет победы, говорят военнослужащие. Илья Еремин в бригаде связистов чуть больше года. Делится, за это время жалеть о выборе профессии не приходилось. При работе военного комплекса он отвечает за его настройку. Мы выезжаем в какой-то район сосредоточения, расставляем машины все, развертываем их и подготавливаем комплекс для работы оперативного состава. Войска ЦВО получили по госзаказу новейшие командные пункты. Этот комплекс может начать работать в любой точке мира через полчаса после прибытия на место. Благодаря ему удается в два раза сократить время на развертывание связи в полевых условиях, а также поменять место дислокации в короткие сроки. Повысилось и качество обмена информацией. В случае непредоставления каких-либо услуг обмена информацией, это приводит, соответственно, к каким-то проблемам в ходе боевых действий. Связь, она со всех времен, с начала ее образования, являлась нервом вооруженных сил. Соответственно, там, где нет связи, нет победы. Локальная сеть позволяет военнослужащим обмениваться графической и текстовой информацией, документами и картами. Обмен данными происходит не только внутри 91-й бригады военного округа, но и с другими округами. Без правильной работы связиста, скажем так, не будет стрелять ни артиллерия, ни нанесет удар ракетные войска, не будут знать выполнять задачу боевая авиация, да и просто наши мотострелки доблестные не выполнят задачу, потому что не будут знать, как ее выполнять, в какое время, в какой срок. Впервые связисты армии покажут возможности новейших машин на праздновании столетия войск связи, которое будет отмечаться 20 октября. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.